сейчас 9 часов утра, на улице зимняя погода, самолеты взлетают, как видите. Мы в Нью-Йорке, прилетели сюда на 4 дня. Основная цель — посетить бой Головкина. И второстепенная цель — заснять 15 самых красивых и интересных мест Нью-Йорка, показать их вам и пробовать местную еду. Сейчас мы на Уолл-стрит. Тут огромная очередь из людей. Все эти люди тут в очереди, чтобы сфоткаться с быком. Это снова китайцы. Нью-Йорк Сток Эксченж, который Головкин открыл в понедельник. Он открыл торги на Нью-Йоркской бирже. Вон там продают всякие UPS, акции, торги и так далее. Тут одни миллионеры ходят и живут. Очень красивое здание. Джордж Вашингтон стоит и музей. Если честно, не знаю, чего музей. Мы, получается, сейчас в музее в Нью-Йорке. И вот этот манускрипт Корана из Узбекистана, из Самарканда. Вот тут написано Самарканд. Он, получается, 1400 года. Какой он старый. Сейчас раннее утро в Нью-Йорке. Мы на крыше Empire State Building. Отсюда видно, там вот Бруклин, получается. Бруклинский мост. Нет, не видно. И Манхэттен. Там у нас вроде как Queens. А тут у нас вон центральный парк. За центральным парком Харлем. Вот и весь Нью-Йорк. Сегодня в Нью-Йорке парад Святого Патрика. Сейчас мы туда идем. По 5-му авеню. И вообще народу очень много. Такое чувство, как будто тут людей больше, чем в Китае живет. Ну вот и закончился наш второй день в Нью-Йорке. Очень был день насыщенный. Город просто прекрасный, великолепный. Составьте чек-лист, куда вам нужно обязательно сходить. Мест очень много. Позагораем, искупаемся, да? Иногда, похоже. Все. А это Брайтон Бич, знаменитый российский город. Золотой ключик, все тут на русском. Концерты, Потап, кто-то там еще, песни нашего века, базар. Вот мы в российском русском районе. И все. На русском. Воды нет. Вот есть. Все. Арбузы, дыни. Все продают. Хурма, вот. Апельсины. Баклажаны. Музыка на русском языке. У нас получаются пельмени разных видов. Салат. Закончился наш третий день в Нью-Йорке. Он был еще более насыщенный, чем вчера. Сегодня мы ездили на Empire State Building, на 88 этаж. Сверху посмотрели на весь Нью-Йорк. Потом мы съездили на парад Святого Патрика. И после этого мы поехали на Кони-Айленд, на пляж, посмотреть пляж в Нью-Йорке.
И сейчас мы сидим в русском ресторане, который называется «Сковородка». Кушаем шашлыки и пьем чай. Все тут на русском, все тут разговаривают на русском. Это получается русский район. Вот. Конец. Так, тут я отключил звук, потому что был очень сильный ветер. На этом моменте мы приехали в Централ Парк. Самый большой парк Нью-Йорка. Находится он прямо в центре, посередине города. Все, наверное, про него знают. И его очень часто показывают в фильмах. Мы забрались на какой-то замок. Нашли его там случайно. Вообще, этот парк невозможно обойти за один день. Но мы прошли достаточно много. Вот в этом озере, кстати, плавали утки. Что интересно. И лебеди. Кай. Красная птица. Мы в Центральном парке в Нью-Йорке. Улетела. Да, очень красивая. Тут белки, птицы, всякие разные птички летают. Это не воробей какой-то. Какая-то необычная птичка. Да, очень тут много всяких птиц. Холодно. Ну чего, вон белка бегает. Эти люди протестуют против Дональда Трампа. И они за то, чтобы пустили иммигрантов в Америку. Кричит. Да, молодежь. Написано у него на табличке «Трамп, типа мой отец». Это сын Трампа. На Times Square получается очень много людей. Вы можете сейчас посмотреть фотографии, там просто из-за вот коронавируса как раз таки. Я снимаю. А вот он, Times Square. И наш Головкин. Там Кинг-Конг рядом. Головкин Джейкобс. Просто влюбились в Нью-Йорк с первого взгляда. Мы даже не ожидали, что настолько он нам понравится. И думаю, что мы обязательно скоро туда вернемся и поживем там хотя бы месяц.